Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте, в студии Виктория Царева, а прямо сейчас мы расскажем о последних событиях в стране и в мире. Вероятность режима повышенной готовности в газовом секторе. Что послужило причиной этому в нашем выпуске? Второй большой национальный диктант в этом году вновь пройдет 31 августа в день румынского языка. Соединенные Штаты свяжутся с украинскими военными, чтобы узнать больше о целях операции в Курской области России. Подробности в зарубежных новостях. В Великобритании трое мужчин были приговорены к различным срокам тюремного заключения за участие в массовых беспорядках. Детали далее в выпуске. После того, как украинские войска вошли на территорию Курской области и взяли под контроль газоизмерительную станцию «Суджа», через которую газ поступает и в Молдову, министр энергетики заявил, что сейчас нет никаких перебоев с поставкой газа или серьезной угрозы сбоя системы. Однако все же существует вероятность введения режима повышенной готовности в газовом секторе. По предложению оператора газотранспортной системы «Вестмолтрансгаз», в связи с полученной от украинского оператора информацией о возможных рисках на газоизмерительной станции «Суджа» в Российской Федерации, в Минэнерго утверждают, что необходимые меры по предотвращению любой опасности должны быть обсуждены и реализованы. La moment. На данный момент нет ни сбоев, ни чрезвычайных ситуаций, ни непосредственной угрозы для системы. Но учитывая рекомендации коллег из Украины, мы решили две вещи. Во-первых, мы предложим комиссии по чрезвычайным ситуациям ввести режим повышенной готовности. Второе, что мы решили сделать, это провести в небольшой группе обсуждение планирования сценариев. Я хочу вам сказать, что все компании в секторе, как в газовом, так и в электрическом, знают, каковы возможные последствия, у них есть запасные планы. На данный момент, повторю, ситуация несерьезная и несрочная, но этот режим тревожной ситуации позволит быстро отреагировать, если понадобится. Алерта темпурии пермит его интервенции рапида, в каз дакова финевой. По данным операторов, природный газ поставляется через Украину в Приднестровский регион в штатном режиме. В то же время для нужд правобережья Днестра имеются достаточные объемы газа, включая страховочные запасы и коммерчески законтрактованные операторами рынка объемы. Пока не ясно, проведут ли иностранные эксперты аудит Национального бюро Интерпола в Молдове или нет. Министр внутренних дел Адриан Фрос сообщил, что специалистам Центрального бюро Интерпола в Лионе была предоставлена вся запрашиваемая информация. Однако неизвестно, каковы будут дальнейшие шаги. Эксперты из Лиона должны были провести проверку Национального бюро Интерпола Молдовы на фоне коррупционного скандала, в котором якобы замешаны несколько сотрудников молдавского бюро, подозреваемые в получении взяток на миллионы долларов за снятие красных уведомлений Интерпола о преступниках, находящихся в международном розыске. Тем временем ЭФРОС объявил, что внутреннее расследование по этому делу будет завершено 12 августа. Давайте завершим расследование, а затем мы придем с очень четким сообщением, кто и что признал, каковы будут санкции и каковы будут следующие шаги по устранению этих проблем. Мы предоставили им всю запрошенную информацию, и теперь им решать, приезжать или не приезжать в Республику Молдова. Мы не можем настаивать. В июне глава антикоррупционной прокуратуры Вероника Драголин объявила о предполагаемой схеме, в рамках которой группа лиц, включая государственных служащих нашей страны, получала взятки на миллионы долларов за изъятие красных уведомлений, выданных Интерполом. В результате проведения более чем 30 обысков были арестованы 6 человек, в том числе глава Интерпола Молдовы Виорел Центю. Он и еще один обвиняемый были заключены под стражу. Остальные четверо были отпущены. В результате скандала 7 сотрудников молдавского офиса Интерпола были отстранены от своих должностей на время проведения внутреннего расследования. Беззаконие в термоэлектрике. Этот факт разоблачил сам директор компании Юрий Разлован на пресс-конференции. По его словам, из-за незаконных действий некоторых сотрудников компании был нанесен ущерб в миллионы леев.
Этот отчет появился после года работы на посту главы термоэлектрика Юрия Разлована, который утверждает, что сезон 2023-2024 годов был довольно сложным. Мы обнаружили, что ведется служебное расследование, которое мы взяли на контроль и завершили. Оно касается некоторых успешных гонораров, которые были выплачены со счета компании некоторым администраторам и должностным лицам в компании. Их сумма превышает 5 миллионов леев, что является очень важной цифрой. Материалы были переданы в прокуратуру, которая недавно подтвердила, что по данному делу возбуждено уголовное дело. Директор термоэлектрика также упомянул о прошлогодней ситуации с закупкой мазута и других случаях. Мы выявили бесхозяйственность в этой ситуации, завершили служебное расследование и к виновным были применены санкции. Некоторые из них уже не работают в компании. Другая ситуация, которую мы также выявили в преддверии предыдущего сезона – отсутствие химических реагентов для источника 1 и источника 2. Мы приняли радикальные меры, закупили реагенты и застраховали компанию, чтобы не нарушить качество воды. Было начато служебное расследование, виновные понесли наказание. Также в начале прошлого сезона мы выявили контракт на поставку тепловой энергии потребителю с неправильными расчетами и ущербом для компании более чем в 300 тысяч леев. Разлован также рассказал прессе об изрядовом выходящем случае, который был выявлен в компании после инвентаризации. Мы обнаружили пропажу более 50 тонн металлолома, сообщили об этом в полицию и начали расследование. Лица, увлеченные в управлении процессом, получили строгие выговоры. После этого мы приняли радикальные меры. Я не мог представить, что 50 тонн исчезнут, ведь это не иголка, а значительное количество. Администрация термоэлектрика утверждает, что в 2022 году компания понесла убытки в размере более 230 миллионов леев, а в предыдущем сезоне убытки сократились до 43 миллионов леев, что примерно на 190 миллионов меньше. Более миллиона граждан Республики Молдова воспользовались услугами по улучшению региональной инфраструктуры в рамках программы «Европейское село 2024». Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в ходе пресс-конференции. Власти Республики Молдова реализовали более 800 проектов из 612, отобранных в рамках программы «Европейское село». По словам министра, большинство населенных пунктов нашей страны подали заявки на строительство или расширение сетей водоснабжения и канализации. Бюджет, выделенный на выбранные проекты по строительству водопроводов и канализации, составляет 1 миллиард 590 миллионов леев. Локуйтори дин 112 сате бенефициаза акум де акцес ла апа потабилă. Жители 114 сел теперь имеют доступ к питьевой воде. Мы построили более 800 километров водопроводов. Более чем в 150 населенных пунктах обеспечено уличное освещение. А в 561 селе построены или отремонтированы общественные здания, школы, детские сады, медицинские пункты. Были построены детские площадки, парки, разработаны генеральные планы города. Кроме того, Спыну утверждает, что в рамках 612 отобранных проектов предстоит провести новые работы по восстановлению и обновлению сельской инфраструктуры, в рамках которых более 1 миллиона 70 тысяч граждан Республики Молдова получат лучшие условия жизни. Будем строить 1172 километра сетей водопроводов. Мы построим 1172 километра сетей водопроводов, которыми воспользуются более 85 тысяч домохозяйств. Построим 221 километр канализационных сетей, примерно для 21 тысячи домовладений. Будет проведено 455 километров сети уличного освещения для более 104 тысяч жителей. Будут реконструированы или реабилитированы 215 общественных и социальных зданий, 52 детских сада, 37 гимназий, 62 спортивных комплекса, 63 дома культуры, детские площадки, зоны отдыха, библиотеки, многофункциональные центры и другие. Общая стоимость проектов составляет 2 миллиарда 800 миллионов леев. Программа была разработана Министерством инфраструктуры и регионального развития при поддержке программы развития ООН и правительства Франции с целью финансирования проектов развития сельской инфраструктуры.
Один из проектов, уже реализованных в рамках программы «Европейское село» – школьная библиотека лицея в Гординештах Единецкого района. Президент Майя Санду посетила это учебное заведение, где обсудила с преподавательским составом, как можно улучшить образовательный процесс, в том числе с помощью проектов по модернизации инфраструктуры. Выделенные посредством программы 420 тысяч леев были использованы для оснащения библиотеки новой мебелью, компьютерами и интерактивной доской. Правительство инвестирует в открытие яслей, модернизацию школ и детских садов, а также подготовку учителей. Мы продолжим инвестировать в качественное образование и в будущее детей. Майя Санду также отметила, что для повышения привлекательности этого сектора стипендия для студентов-педагогов была увеличена вдвое. Пособие для молодых педагогов до 200 тысяч леев, а зарплаты всех преподавателей, профессоров, учителей и воспитателей повышены на 15%. Оппозиционные силы не могут позволить себе выдвинуть единого кандидата на президентских выборах, так как это повлечет за собой серьезные риски. Так считает лидер партии развития и объединения Молдовы, бывший премьер Ион Кику. Заявления были сделаны в эфире передачи на частном телеканале. Кику утверждает, что в последний момент предполагаемый общий кандидат может быть исключен из предвыборной гонки, и тем самым не будет конкуренции. Не делайте из этого проблемы, и вот, ну все, беда. Желательно, чтобы этот пыл за неделю до выборов не превратился в пыль, понимаете? В виде, например, наложения санкций какой-то страной, партнером. Мы же должны вот думать чуть-чуть про все сценарии. На данный момент о своем намерении участвовать в президентских выборах 20 октября заявили 14 человек. Это действующая глава государства Майя Санду, председатель нашей партии Рената Усаты, бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновский, лидер ЛДПМ Влад Филат, бывший председатель платформы «Да» Андрей Настаси, лидер ДПСК Ион Кику, бывший премьер-министр Василий Тарлев, бывший генеральный прокурор Александр Стайногла, поддержанный ПСРМ, бывший Башкан Гагаузии Ирина Влах, профессор университета Александро Арсени, историк Октавиан Цику от блока Эмприоне, бывший прокурор по борьбе с коррупцией Виктория Фуртуна, представитель блока Победы Василий Боли и бывший министр обороны Валерию Плешко от ЕСДП. Вице-председатель Европейской социал-демократической партии Еремей Присяжнюк утверждает, что Валерию Плешко не является кандидатом от партии на президентских выборах этой осенью. И что председатель партии самолично не решает, кто будет кандидатом. Заявления были сделаны в эфире передачи на частном телеканале. Позиция моя де вице-президента responsable de cooperare internaționale, sunt responsable de comunicare. На моей должности вице-председателя, ответственного за международное сотрудничество, я отвечаю за внешние и внутренние связи с посольствами и международными организациями, а также за связь с нашим стратегическим партнером Валерию Плешко. На данный момент Валерию Плешко юридически не является кандидатом от ЕСДП, и это ответственное заявление, которое вытекает из уставных положений, согласно которым решение о кандидате принимается на уровне Национального политического совета. Есть де числа нивел де консилиу политик национал. Присяжнюк сказал, что Национальный совет состоится в конце августа и могут быть выдвинуты другие кандидатуры. Домнул Плешко, который фост персона пропуса де кетри пришедентели Ион Сула. Плешко, которого предложил председатель Ион Сула постоянному бюро для обсуждения в качестве возможного кандидата в президенты на Национальном совете, который состоится 21 августа. После этой даты, после Национального совета, где, вероятно, будут обсуждаться другие кандидатуры, мы приложим все усилия, чтобы предложить кандидата, которого поддержит ЕСДП. В конце июля председатель ЕСДП Ион Сула на пресс-конференции объявил от имени партии о выдвижении кандидатуры бывшего министра обороны Валерию Плешко на пост президента страны. По словам лидера социал-демократов, кандидатура Валерию Плешки была утверждена на заседании постоянного бюро партии после обсуждений консультаций с членами территориальных организаций, где были рассмотрены несколько кандидатур изнутри и вне партии. Правительство утвердило среднесрочный бюджетный план на 2025-2027 годы. Документ устанавливает цели бюджетно-налоговой политики и определяет рамки ресурсов и расходов национального государственного бюджета на ближайшие три года.
По мнению исполнительной власти, среднесрочные бюджетные рамки предсказуемы и обеспечат стабильность государственных инвестиций в проекты «Правительство строит». Приоритеты экономических и социальных реформ основаны на программе деятельности правительства, Национальной стратегии развития Европейской Молдовы 2030, соглашении об ассоциации Республика Молдова, Европейский Союз и других стратегических документах. Документ основан на среднесрочном прогнозе макроэкономических показателей, подготовленном Министерством экономического развития и цифровизации, бюджетных показателях, утвержденных на 2024 год, и целях фискальной и таможенной политики, которые были представлены и приняты парламентом ранее. Согласно расчетам, доходы государственного бюджета страны в 2027 году увеличатся на 17,2% по сравнению с 2025 годом, а рост расходов составит 15,2%. В этих условиях ожидается снижение дефицита государственного бюджета страны с 3,8% ВВП в 2025 году до 3,1% в 2027. Также ожидается, что в этом году реальный рост ВВП составит около 2,5%, а в последующие прогнозные годы 2025-2027 от 3 до 3,7%. Согласно другому проекту, одобренному исполнительной властью, ветеранам войны, инвалидам войны, лицам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС и другим категориям граждан, будет облегчен доступ к талонам на санаторно-курортное лечение. В total vorbim de grup de cetățeni de 44 de mii de potențiali beneficiari. В общей сложности речь идет о группе из 44 тысяч потенциальных бенефициаров, и мы предлагаем три основных положения. До сих пор все эти граждане пожилого возраста, имеющие проблемы со здоровьем, должны были собирать документы, приходить в центральный офис Национального управления социального страхования, чтобы подать заявление. Мы вводим онлайн-заявление, чтобы заявление можно было подать дистанционно, избавляем граждан от сбора и подачи четырех документов из дела и упрощаем решение о размере компенсации, когда санаторный билет не может быть использован. Введя эти правила, мы сделаем эти услуги ближе к гражданам. Согласно статистике, представленной Национальной кассой социального страхования, в 2022 году было распределено около 6,5 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение на общую сумму более 57 миллионов леев, а в 2023 – около 6,650 путевок на общую сумму более 68 миллионов леев. Проверить свои знания румынского языка все желающие смогут и в этом году. В Кишиневе пройдет большой национальный диктант. По оценкам организаторов, в мероприятии примут участие около 1500 человек, что в 3 раза больше, чем в прошлом году. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр образования Дан Перчун. Мероприятие состоится в День румынского языка 31 августа на площади Великого национального собрания. Участники получат листы, ручки, воду и кепки. Желающие принять участие в диктанте должны заполнить форму, размещенную на сайте Министерства образования. Знать и говорить на румынском языке является основой нашей национальной идентичности. Каждому гражданину важно правильно говорить и писать по-румынски, как из уважения к нашей культуре, так и для общения во всех сферах жизни. Именно поэтому мы хотим, чтобы большой национальный диктант объединил как можно больше людей, желающих принять участие в этом мероприятии. Люди, которые своим присутствием хотят отдать дань уважения румынскому языку. Работа участников будут оцениваться по нескольким критериям, а 10 лучших диктантов будут награждены на торжественной церемонии. При оценке также будут учитываться расположение текста на странице, разборчивость почерка и точность написанного. Позже, после оценки, работы будут отсканированы и отправлены участникам по электронной почте. Таким образом, все люди будут знать, какие ошибки они допустили и над чем нужно поработать. Первые 10 человек, написавшие лучшие диктанты, будут награждены ваучерами на книги, получат комплекты книг в рамках церемонии награждения. Мероприятие «Большой национальный диктант» организовано Министерством образования под эгидой президента Республики Молдова и направлено на продвижение румынского языка и популяризацию правильной речи и письма среди всех граждан. Мэрия Кишинева и Главное управление городской мобильности провели в среду общественные консультации по проекту регламента об организации и эксплуатации парковок в столице. Документ разработан при участии национальных и международных экспертов с учетом опыта других государств.
Глава управления городской мобильности Виталий Михалаки отметил, что проблема парковок является очень актуальной, поэтому исследования и анализы на эту тему проводятся уже несколько лет. Приоритетом и основной целью настоящего регламента мы видим прежде всего решение некоторых ключевых проблем, с которыми сегодня сталкивается город Кишинев. А именно проблема пробок, проблема нелегальной парковки и перегруженность дорог, особенно в историческом центре города. Проект регламента предлагает возможность в приоритетном порядке применять почасовую оплату за парковку с последующим введением абонементов в зависимости от потребностей и возможностей автомобилистов. В том числе в пределах использования мест предлагается регламентировать разными тарифами за парковку автомобилей на организованных парковочных местах. По сути, проект на нынешнем этапе предлагает урегулировать и предложить некоторые решения в области парковок, оборудованных средствами контроля доступа и парковок вдоль улицы там, где это допустимо. Основные принципы, которые применялись при разработке данного проекта постановления, в первую очередь служили общественным интересам. Во-вторых, это соблюдение принципа прозрачности. Другим принципом является недискриминация использования автостоянок и общественных парковок, а также доступность пользователей общественных парковок, которые будут организованы и предоставлены для населения. Виталий Михалаки также отметил, что регламент об организации эксплуатации автостоянок не предполагает регулирование жилых автостоянок. Это более поздний этап процесса. Предложения и рекомендации, собранные в ходе общественных консультаций, подлежат анализу с целью усовершенствования итогового документа, обеспечения совершенствования экспертизы, установленной законодательством. Позже проект будет предложен на рассмотрение муниципальному совету Кишинева. Срок приема предложений и рекомендаций по проекту продлен до 9 августа 16:00. В Молдове появится Совет экономической дипломатии, который объединит усилия Министерства иностранных дел и Министерства экономического развития и цифровизации. Постановление о создании Совета утвердило правительство на заседании 7 августа. Среди задач – развитие стратегического партнерства, способное принести стране значительные экономические выгоды. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». Семьдесят обысков в рамках масштабной операции «Дипфейк» провели в среду 7 августа в Кишиневе сотрудники прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам и румынскими коллегами под эгидой Европола и Евроюста. Согласно пресс-релизу Генерального инспектората полиции, проводятся меры уголовного преследования, в том числе продолжатся обыски. В рамках весенне-летней сессии депутаты приняли 230 нормативных актов. Из них 158 были законами, а 72 – постановлениями. С целью гармонизации национального законодательства с законодательством Евросоюза принято 19 законов. 31 нормативный акт рассмотрен в приоритетном режиме, а один документ – в экстренном порядке. Депутаты в этот период также собирались на два внеочередных заседания – 18 января и 29 июля, а также на торжественное собрание, посвященное празднованию 30-летия со дня принятия Конституции Молдовы. Работы по обустройству сквера семьи, расположенного рядом с жилым комплексом по адресу улица Аликурусу, 59/1, завершаются. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Кишинева Ион Чебан. Работы включали демонтаж старых и установка новых бордюров, снятие старого асфальта, укладка нового асфальтового слоя, установка качелей. Далее будет установлена уличная мебель и обустроены зеленые зоны, заверил столичный градоначальник. В пункте пропуска Бендеры-Варница нарушитель попытался скрыться на автомобиле с нелегальной партией сигарет. В ходе тщательного досмотра автомобиля, который въезжал в Приднестровье, таможенный инспектор обнаружил на полу под ковриком часть спрятанных сигарет. Не дождавшись завершения проверки, водитель сел в автомобиль и попытался уехать, однако, запрыгнув в машину, инспектор сумел остановить нарушителя. Всего мужчина пытался ввести без декларирования 5200 сигарет. Мужчине грозит штраф. 8 августа в международном аэропорту Кишинева после двух месяцев проведения ремонтных работ открылась основная взлетно-посадочная полоса 2608. Там полностью восстановили разметки с использованием специальных красок в соответствии с международными требованиями по качеству и цвету. Устранили повреждения с использованием специальных материалов, а также очистили полосы от остатков резины самолетов.
Сотрудники правоохранительных органов раскрыли схему контрабанды, действующую как в нашей стране, так и в соседней Румынии. В связи с этим прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам совместно с сотрудниками Нацинспектората расследований объявили об аресте человека, подозреваемого в отмывании более 75 миллионов леев, полученных, предположительно, от контрабанды сигарет в Румынию. Так, на основании обоснованных подозрений в отмывании денег, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его доме и офисе, где изъяли денежные суммы, предположительно полученные от преступной деятельности. Более 50 тысяч долларов, 6 тысяч евро, более 50 единиц оружия, часть из которых хранилась не по назначению, в том числе была спрятана в стене. Преступление, связанное с контрабандой, также расследуется в Румынии. Лица, включая арестованного, предположительно купили на деньги, полученные от контрабанды, 5 автомобилей класса «Люкс» стоимостью около 7,5 миллионов леев, элитную недвижимость в муниципии Кишинев стоимостью около 60 миллионов леев и земельный участок в столице. Арестованный был помещен под арест на 20 суток. На 6 банов подешевеет бензин, на 5 банов – дизельное топливо. Такие расценки будут действовать в пятницу, 9 августа. Таким образом, литр бензина марки А95 обойдется автовладельцам в 24 лея 29 банов. За такой же объем дизельного топлива придется заплатить 20 леев 53 бана. Производители обязаны указывать на этикетках наличие компонентов, вызывающих аллергию. Об этом предупреждают представители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, согласно которым в ходе проверок было установлено, что одним из наиболее распространенных несоответствий является неправильная маркировка пищевых продуктов. Так, по итогам реализации программы мониторинга было взято несколько проб мясных продуктов, кулинарных изделий и мучных изделий с целью выявления недекларированных аллергенов. В результате лабораторных исследований было выявлено несколько несоответствующих требованиям продуктов с наличием глютена, арахиса, сои, молока и яиц, незаявленных на этикетке или в меню. Операторам линии в производстве пищевой продукции, допустившие указанные нарушения, предписали изъять товары с торговли и соответствующую маркировку пищевой продукции, а также применили штрафы до 500 условных единиц. Вечером 7 августа в центре столицы произошел пожар в одном из зданий на улице Константина Негруции 2/4. На место происшествия прибыли 4 пожарных расчета. Вызов службы 112 поступил в 19:58, когда сотрудники ГИЧС прибыли на место, они увидели, что из вытяжки идет густой дым. Пожарным удалось локализовать огонь, не допустив его распространения. Никто не пострадал. По предварительной информации, полученной на месте происшествия, причиной пожара стало короткое замыкание. Все обстоятельства дела еще предстоит установить. США связываются с украинскими военными, чтобы больше узнать о целях операции в Курской области России. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Соединенные Штаты поддерживают разумные действия Украины по прекращению атак российских войск. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, в свою очередь, заявил, что Украина не предупреждала США о планах провести военную операцию в Курской области, но это не нарушает никаких договоренностей, пишет Deutsche Welle. «Это война, которую они ведут. Мы предоставляем им оборудование и консультации. Но когда дело доходит до повседневной тактики, то иногда мы общаемся с ними, иногда нет. И уместно, чтобы они сами принимали эти решения». Киев пока официально не комментирует прорыв ВСУ через границу России. Курские медики сообщили о более чем 20 пострадавших в результате обстрелов среди гражданского населения. 5 человек погибли. В Главном управлении разведки Минобороны Украины 7 августа сообщили об уничтожении на Тендровской косе российской техники, личного состава и фортификационных сооружений. По информации Генштаба ВСУ, за сутки на фронте произошло 136 боевых столкновений. Напряженной остается ситуация на Харьковском направлении. Продолжаются бои в районе Волчанска. Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в Украине и срока проведения всеобщей мобилизации еще на 3 месяца. Вице-президент и вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис ужесточает свою позицию по проблеме нелегальной миграции, выступая против республиканского кандидата Дональда Трампа по вопросу, занимающему центральное место в его избирательной кампании. Об этом сообщают сотрудники предвыборного штаба Харрис.
Харрис планирует продвигать двухпартийный законопроект по безопасности границ, который не был принят в Сенате в феврале после того, как против него выступил Дональд Трамп. Принятие законопроекта позволило бы увеличить финансирование пограничной службы и мест содержания под стражей, пояснил один из сотрудников предвыборного штаба демократов. Ожидается, что более жесткий подход Харрис к иммиграции будет разъясняться в ходе ее поездок по стране вместе с кандидатом в вице-президенты Тимом Олзом. Камала Харрис подвергает критике такие действия Трампа, как меры, инициированные им в 2018 году и приведшие к разделению тысяч мигрантских семей на американо-мексиканской границе, и указ 2017 года, направленный на ограничение въезда в США из ряда стран с мусульманским большинством. Позиция, призванная обеспечить соблюдение закона, знаменует отход от установок предвыборной кампании Байдена в 2020 году, когда он анонсировал более гуманный подход к иммиграции, чем подход Трампа. Команда Трампа пытается возложить на Харрис ответственность за обострение проблемы нелегальной иммиграции. В его предвыборном штабе заявили, что граница остается широко открытой для террористов и преступников со всего мира. Харрис приступила к изложению новой стратегии в Атланте, где она выступила с речью на прошлой неделе, критикуя Трампа за то, что он способствовал провалу законопроекта о безопасности границ. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. В Великобритании трое мужчин приговорены к различным срокам заключения от 20 месяцев до 3 лет за участие в массовых беспорядках, сообщают британские СМИ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявил, что выбравшие путь насилия люди почувствуют на себе всю силу закона, пообещав первое решение по такого рода делам уже в течение недели. Количество арестованных в Соединенном Королевстве превысило 400 человек, примерно четверти из них уже предъявлено обвинением. Это должно стать мощным сигналом для всех, кто участвует в беспорядках, будь то напрямую или через интернет, что с вами, скорее всего, разберутся в течение недели и что никто не должен участвовать в беспорядках. Перед заседанием британского чрезвычайного правительственного комитета предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск выразил мнение, что в Великобритании неизбежна гражданская война, отметив, что пользователи X жалуются на необъективность судебной системы страны. В британском правительстве комментарии Маска назвали весьма прискорбными и совершенно неоправданными. Министр по делам судов Великобритании Хейди Александр раскритиковала Маска, отметив, что в подобной ситуации необходимо призывать к спокойствию. В Саутпорте во вторник прошла церемония прощания с одной из погибших девочек 9-летней Алисой. Всего в результате нападения на детей в танцевальном клубе города 29 июля погибли 3 ребенка, 8 получили ранения. Нападавший 17-летний подросток был задержан. Массовые беспорядки перекинулись и на другие города Великобритании. Австрийское отделение группы экоактивистов «Последнее поколение» объявило, что прекращает протестную деятельность. Ее участники признают, что не видят дальнейших перспектив, поскольку общество не реагирует на их действия так, как им бы хотелось. Форма протеста была абсолютно необходима в то время, когда мы начинали свою деятельность. Нужно было привлекать внимание каждый день. В конечном итоге проблема заключается скорее в том, что недостаточно людей осмелились мирно выступить против правительства. Последнее поколение стало известно благодаря своим радикальным действиям и вандализму, порче зданий, памятников и предметов искусства, блокированию дорог и полос аэропортов. Активисты часто приклеивали себя к асфальту суперклеем. Внимание не привлекали, но в основном кратковременная и реакция чаще всего была негативной. Лишь немногие опрошенные заявили, что действия эко-радикалов заставили их задуматься о климатических проблемах. Австрийское отделение намерено пересмотреть форму своего протеста. При этом другие региональные группы в Германии, Италии и Польше отнюдь не собираются прекращать радикальные действия. Тем временем две активистки по защите прав животных прервали выступление Папы Римского Франциска во время его еженедельной общей аудиенции в Ватикане. Организация, которую они представляют, выступает против проведения корид, в ходе которых, по ее данным, погибают до 10 тысяч быков.
Зоозащитницы в футболках с надписью «Хватит благословлять кориду» подошли к сцене с плакатами, которые гласили «Бои быков – это грех». После непродолжительной акции протеста их выпроводили из зала сотрудники охраны. Ранее организация «Люди за этичное отношение к животным» обратилась к Франциску с призывом осудить, цитата, «отвратительное кровавое зрелище». По данным зоозащитников, каждый год тысячи быков гибнут на фестивалях с коридами по всему миру. Многие из этих праздников посвящены католическим святым. Папа Франциск никак не отреагировал на произошедшее. В своем обращении по завершению аудиенции он призвал к миру на Ближнем Востоке и немедленному прекращению огня в секторе Газа. «Я вновь обращаюсь ко всем сторонам с призывом немедленно прекратить огонь в секторе Газа, где гуманитарная ситуация крайне обострена». Понтифик также призвал молиться о мире в других странах, охваченных войнами, включая Украину, Мьянму и Судан. Олимпийские игры разочаровали парижских рестораторов. Предприниматели надеялись на наплыв туристов и сверхприбыль, но реальность оказалась совершенно иной. Ожидалось, что столицу Франции посетят более 15 миллионов туристов. «Мы готовимся к наплыву этих туристов в течение года. Мы набираем людей, не отпускаем сотрудников в отпуск. А в июне-июле мы отмечаем явное снижение числа посетителей. В определенные дни их меньше на 30, а то и на 60%. Впрочем, с начала мероприятия мы увидели небольшой рост по сравнению с предыдущими сезонами, что помогло наладить нашу деловую активность». Не повезло в том числе и ресторанам, расположенным поблизости от мест соревнований. Из-за введенных перед играми ограничений, доступ туристов к таким районам затруднен. Этому ресторану, специализирующемуся на традиционной французской кухне, по распоряжению властей пришлось убрать свою террасу. В результате заведение потеряло порядка 60% мест. «Отсутствие террасы отпугивает многих людей, а это потеря клиентов. Более того, мы не знаем, как эти вопросы решали власти. Все очень произвольно и бессистемно. Мы не понимаем, как были определены зоны. В нашем случае прямо через дорогу у ресторана есть терраса, а у нас нет». Чтобы компенсировать убытки, ресторан взвинтил цены на 30%. Впрочем, жалуются не все. В соседнем кафе, по словам владельца, дела идут неплохо. «С момента открытия игр наблюдался небольшой рост на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Но в июне-июле мы увидели падение на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Но пока идет Олимпиада, у нас довольно хорошие результаты». По предварительным данным агентства «Шос Парис», в июле число туристов в Париже по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 20%. Оргкомитет Олимпиады не позволит запасам продуктов, сформированным для обслуживания спортсменов и персонала игр, пропасть. Все, что не использовано, отдают нуждающимся через сеть банка продовольствия. В Париже надеются, что такая практика станет постоянной для крупных мероприятий во всем мире. «С начала Олимпиады мы получили около 15 тонн еды только на этот склад, а всего, с учетом другого склада в Париже, около 30 тонн». Часть собранного банком доставлена в дисконтный продуктовый магазин к северу от Парижа. «Да, конечно, такие магазины очень помогают нам, людям, которые мало зарабатывают. Вместо того, чтобы идти в дорогие торговые точки, мы берем все здесь, где дешевле». Распределение продуктов – часть усилий оргкомитета, пообещавшего, что летние игры станут самыми экологичными в новейшей истории, отвечая целям устойчивого развития. Власти Румынии не зажгли зеленый свет местным предпринимателям, желающим добывать и разводить черные мидии. Это играет на руку соседней Болгарии, куда все чаще едут ценители морепродуктов. Разведение мидий – важная отрасль на берегу Черного моря. И пока Болгария производит огромное количество моллюсков на гигантских фермах, румынские предприниматели ждут разрешения от властей на вылов и выращивание собственных черных мидий, которые, говорят эксперты, ничуть не уступают болгарским. «Я ел только болгарские мидии, здешние не пробовал». «Это очень плохо. Почему бы не добывать их в нашей стране и тут же у нас подавать? Зачем импортировать из Болгарии?» «Сейчас мы получаем большую часть мидий из Болгарии, но пытаемся сами выращивать их, собирать в море прямо здесь, поблизости. Но возникли всякие проблемы. В нашем море сегодня много чего есть, развелись какие-то бактерии. И все это вынуждает нас брать болгарские мидии».
Матей Датко уже много лет ждет решения от властей, чтобы выращивать мидии прямо у своего ресторана. Он вложил, по собственному признанию, до 15 тысяч евро в складские помещения и устройство для очистки моллюсков от песка. Но пока оборудование простаивает. Вот тут у нас станция для удаления песка. И это не я придумал, это из Италии привезено. Мидии следовало бы доставать из моря, очищать от песка и подавать на стол туристам. Без взаимопонимания между властями и ресторатами румынское побережье рискует потерять часть туристов, которые ради свежих мидий выбирают Болгарию, передает Евроньюс. Ситуация осложняется тем, что недавно в районе румынской Констанцы обнаружили токсичные водоросли. Экспертам предстоит разобраться. Землетрясение магнитудой 6,9 баллов произошло на юго-западе Японии в районе острова Кюсю. Сразу после этого была объявлена угроза цунами. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление. Очаг залегал на 30-километровой глубине под океанским дном. По данным сейсмологов, высота волн может достигать 1 метра. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. В гонке за космическое превосходство китайцы идут по пятам за своими американскими конкурентами и Starlink. Накануне шанхайская компания запустила первую партию спутников связи. 18 аппаратов успешно высадились на околоземной орбите. До конца этого года планируется разместить до 108 космических устройств, а к концу следующего еще около 700. Их задача – раздавать высокоскоростной интернет. Мы запланировали два этапа работы. В рамках первого, к которому мы уже приступили, будет отправлено 1296 спутников. Это не считая тех, что мы уже запустили. В будущем они станут основой созвездия из десятков тысяч спутников. Еще одна цель на ближайшее время – опустить наши спутники на расстояние от 300 до 500 километров от поверхности Земли, чтобы обеспечить высокую скорость интернета. Пока что все аппараты находятся в 1000 километрах от земного шара. В сети новый китайский проект уже сравнивают с лидером спутникового интернета американским Starlink. Все потому, что аппараты двух стран функционально и технически похожи. Только опыт у компании Илона Маска сравнительно богаче. Starlink проводит запуски интернет-устройств с 2019 года с помощью ракеты SpaceX. С тех пор в космос отправили почти 7 тысяч низкоорбитальных спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с заданной траектории, а больше 6 тысяч аппаратов сейчас работают. О том, что у американского Starlink появился конкурент в Китае, пишут в заголовках некоторых международных изданий. Теорию подкрепляют количеством запланированных запусков спутников. К 2030 году Starlink хочет развернуть 42 тысячи таких устройств на околоземной орбите. А в планах Shanghai Spice.com доставить туда 15 тысяч аппаратов. Плюс к этому еще одна китайская компания China Satellite Network Group намерена разместить 13 тысяч объектов в космическом пространстве. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ищет возможности возвращения на Землю Буча Уилмора и Сюниты Уильямс, прибывших на Международную космическую станцию в начале июня на первом пилотируемом космическом корабле Starliner и задержавшихся там из-за неисправности маневровых двигателей. Возможно, астронавты смогут вернуться с МКС лишь в феврале 2025 года с экипажем корабля «Драгон» компании SpaceX, если до тех пор Starliner не признают безопасным для полета на Землю, сообщили в НАСА. В ведомстве отмечают, что в настоящее время рассматриваются несколько вариантов. Окончательное решение будет принято на следующей неделе. Как указывает агентство Reuters, после недавней серии испытаний в НАСА существуют разногласия по поводу того, грозит ли астронавтам опасность в случае их возвращения на Starliner. Пилотируемый корабль с двумя американскими астронавтами на борту был запущен 5 июня с мыса Канаверал в штате Флорида. Однако во время стыковки с МКС возникли проблемы с двигательной установкой космической капсулы, сообщили в НАСА. Из-за технических неисправностей экипаж до сих пор не может вернуться на Землю. Первая испытательная миссия Starliner первоначально была рассчитана на 8 дней. На этом выпуск завершен. Далее не пропустите сериал «Бумеранг». Всего доброго и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.